окна. А давайте послушаем, как она скажет. Привет, я Наташа. Давайте поздороваемся с Наташей. Здравствуй, Матвей. Здравствуй. Скажи, здравствуй, Наташа. Здравствуй, Наташа. Хорошо, здравствуй, Люся. Так, здравствуй, Камила. А ты хочешь, встанешь? Встань, пожалуйста. Здравствуй, Камила. Здравствуй. Наташа. Да, Наташа. Здравствуй, Наташа. Здравствуй, Полина. Здравствуй, Тася. Здравствуй. Как зовут куклу? Наташа. Наташа. Артём, Наташа с тобой еще не поздоровалась. Здравствуй, Артём. Скажи, здравствуй, Наташа. Здравствуй, Наташа. Наташа пришла к нам, чтобы посмотреть, как вы умеете играть. Научим Наташу играть? Покажем, какие игры мы умеем играть. А Наташу мы посадим, чтобы она смотрела и радовалась. Давайте вначале устроим для Наташи концерт. Это пианино. Поставили вот так пальчики. Ля, ля, ля. Каждым пальчиком ля, ля, ля. Ля, ля, ля. Ля, ля, ля. Ля. Хорошо, это было пианино. А сейчас мы будем играть на чем? Дудочки. На дудочке. Поставили две ручки. И пальчиками. Ту-ту-ту. А теперь на барабанах вот так ладошки сделали прямые, пальчики соединили. Соединили, подожди, Артемка. Соединили, так, смотри, как Оксана Юрьевна соединила. Нет, вместе их соедини. Так, крепкий, и теперь мы стучим по барабану. Бум, 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 бум. Молодцы. А теперь колокольчики. Расслабили пальчики. Взялись колокольчики. Дзынь, 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 дзынь. Хорошо. И последний мы умеем на гармошке. Поставили кулачочки вот так. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Посмотрите, как Наташа улыбается. Ей понравился ваш концерт. А теперь давайте покажем, как мы можем надувать воздушные шары. Ш-ш-ш-ш. Надуваемся, встаем вот так. Осторожно, мы шары. Вот какие, посмотри. Раздуваемся, блестим. То есть улыбаемся, да? Отрываемся, летим! Полетели, 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 полетели! Ой, куда далеко ветерок подул, и шары полетели сюда, сюда полетели! Ветер дует в эту сторону. Шшш, прилетели! И прилетели мы с вами куда? Песочек! Песочку! Давайте поздороваемся с песочком. Положили ладошки, положили, поздоровались с песочком. Это ладошками. Какой песочек? Холодный. Холодный. А теперь вот так ладошки сомкнули и вот так сделали. Не поднимаем их высоко. А теперь будет здороваться наши пальчики. Каждый пальчик здоровается с песочком. Каждый пальчик здоровается. Одна ручка поздоровалась, другая ручка поздоровалась. Каждый пальчик здоровается. Хорошо. А теперь пусть наши пальчики побегают по песочку. Вот как они бегают по песочку. Ой, как интересно им бегать по песочку, да? Ой, как хорошо. А теперь вот так сомкнули опять? Нет. Да, и вот... Да, хорошо. А теперь вот так, зажали кулачок. Пальчик показали один. Поставили этот пальчик.
И крутим, крутим, Артемка, смотри, как мы крутим, вертим, крутим, вертим, крутим, вертим. Ой, какой хороший песочек, песочек хороший. Так, оставляем песочек. Нам надо следующую игру показать Наташе, как мы умеем играть. Вот так сделали ладошки и вот так вниз оставили песочек, чтобы не взять его с собой. Он здесь у нас в песочнице живет. Так, хорошо. А теперь мы покажем Наташе. Пойдемте. Наташенька, мы сейчас тебе покажем, как мы умеем ездить на машинах. Умеем? Да. Ты на какой, Полина, хочешь поехать? На красной. Бери красный. Красный. Хорошо. Подожди, Тася, ты на какой хочешь поехать? На красный. Бери красный руль. Ты на какой, Камила, хочешь? На зеленой машине. Бери. Ты на какой, Матвейка, хочешь машине? Бери, где синий руль. Так. Молодец. Давай я тебе помогу. Ты на какой поедешь, Тася? На синий скажи. Бери, одевай. Одевай, молодец. Ты на какой, Артемка, машине поедешь? На желтой. Хорошо. А Оксана Юрьевна на какой поедет машинке? На желтой. Давайте каждый из вас выберет свою дорожку. Красная машина по какой дорожке поедет, Тася? По красной. Зеленая машина по какой дорожке? Зеленый. Зеленый. Люся, твоя машина какого цвета? Синяя. По какой дорожке поедешь? Синяя. По синей. Ты по какой дорожке поедешь? По красной. Так, мальчики, правильно дорожку выбрали? Да. Матвей, какая у тебя дорожка? Синяя. Артемка, какая у тебя дорожка? Желтая. Отлично. Ну что, поедем? Да. Поехали. Да. Наташа, смотри, как мы можем ехать. Поехали. Артемка, гоняй нас! Остановились! Дворники! Включаем! На карте! Поехали! Вперед! Поехали! Эй, Вивика, тише! Вивика! Остановились! Дворники, водичка, включаем, и левый поворот на карте расстояние, поехали, вперед! Ой, мы уже приехали с вами, смотрите, Наташа как улыбается, ей, как вы думаете, понравилось? Давайте машины поставим в гараж. Поставим гараж. И посмотрим, что для нас Наташа какой-то сюрприз приготовила. Ну-ка, давайте спросим у Наташи, какой сюрприз она нам подготовила. Наташа, какой сюрприз нам приготовила? Она хочет пригласить вас в игру, которая называется «Художники». Будем играть в игру художниками? Вы будете художники. А художники что делают? Рисуют. Пойдемте. Наташа, смотрите, что нам приготовила. Вы уже выбрали себе краски? Какими вы будете рисовать? Я зеленый. Так, Камила будет зеленой краской. Ты какой будешь, Матвей, краской? Красной? Бери. Где красная краска? Хорошо. Подожди, ты какой будешь? Желтый. Ты какой, Артем, будешь краской рисовать? Нет. Вот здесь краски выбираем. Вот у нас Матвей выбрал красную. Ты, а это какая? Синяя, скажи. Синяя. А теперь посмотрите, у каждого из вас есть краска, да? Давайте тогда красная машина твоя. Желтая чья будет машина? Тася, а почему? Потому что у тебя краска какого цвета? Желтого. Красная чья машина? Твоя. Синяя чья?
Твоя? Красная чья? Люся, у тебя какая краска? Посмотри. Красная, значит, это твоя машина. А у тебя какая машина должна быть, Камила? Ничего страшного. Зеленая, держи. Теперь вот так, дети, кулачок. Помните, мы на песочке рисовали? Кулачок зажимаем, пальчик показываем, опускаем в краску и рисуем вот так дорожку. Мы же с вами по дорожке, да, ездили? По дорожке наши машины ездили, и эти машинки тоже будут по дорожке ездить. Давайте нарисуем. Дорожку нарисуем. Давай, мой хороший. Вот так. Пальчик. И поехала машина. Хорошо. Ой, как здорово едут ваши машины. Уже мотор заводится. Наташа, посмотри, какие у нас молодцы ребята. Как они хорошо у нас умеют рисовать, стараются. Понравилось тебе, Наташа? Очень ей понравилось. Она улыбается, радуется. Ребята, наши ручки рисовали, ручки грязными стали. Надо ручки нам помыть, полотенцем просушить. А Наташе пора идти к другим ребятам. Давайте попрощаемся с Наташей, скажем ей спасибо. До свидания, говорите Наташе. До свидания, ребята.